И Булит. Ворота Запад. Кто же будет исполнять? Теперь вопрос. Ну, Данис Зарипов, я думаю, должен все-таки. А ворота кто будет у Запада, как вы думаете? А ворота Запада будет Александр Радулов. Он сейчас изымает у своего коллеги вратарскую клюшку, вратарскую ловушку. И... Господи, желтая карточка-то откуда у Алексея Анисимова взялась? Мозяки! Нет! Александр Радулов мешает Сергею Мозякину повторить, вернее, побить свой собственный результат и сравняться по заброшенным шайбам с Мэттом Эллисоном. У Мозякина всего-то 5 заброшенных шайб сегодня. Да, вроде 6 забил. Да, 6-6. Сорокин ворота.